ходе предвыборной кампании Алексей Текслер посетил практически все муниципальные образования Челябинской области. Очень четко и внятно ощутил общественный запрос на изменение жизни. Увидел, насколько высоки ожидания людей в связи со сменой руководителя региона. В связи с этим в начале октября губернатор принял решение организовать работу с территориями по кустовому принципу, а ее координацию поручить людям с большим опытом государственного и муниципального управления, знающим специфику территории, с положительным профессиональным бэкграундом. Получается, что в Челябинской области создается институт территориальных представителей, которые в статусе заместителей губернатора будут следить за порядком в больших группах муниципальных образований. Назначение на эти должности получили Евгений Голицын, бывший руководитель аппарата губернатора и правительства, и Станислав Машаров, экс-спикер Челябинской городской думы. Евгений Голицын начал свой объезд подведомственных территорий Верхнеуральского района. 15 октября полпред губернатора Челябинской области посетил Петропавловское, Красинское, Межозерное поселение и Верхнеуральск, где встретился с жителями, главами и представителями служб, ответственных за жизнеобеспечение. Среди основных проблем муниципалитетов новый заместитель губернатора выделил как раз отсутствие комплексных программ социально-экономического развития. Губернатор ставит задачу обеспечить системное развитие муниципальных образований региона, чтобы всем жителям области, вне зависимости от места проживания, были обеспечены единые социальные и коммунальные стандарты. Полпред плодотворно поработал с главой района, руководителями поселений, определил план и пути решения имеющихся проблем в муниципалитете.